Пані та панове, зустрічайте! Ведучі 12-ї церемонії вручення премії «Людина року» Ольга Сумська та Юрій Горбунов. Добрий вечір, шановні пані та панове! Вітаємо вас, дорогі наші телеглядачі! Дозвольте привітати всіх вас на урочистій церемонії вручення премії «Людина року 2007». А сейчас мы присоединимся к нашим коллегам, к ведущим, потому что там, на балконе, нам достаточно скучно. Так. И хотим именно со сцены очень пафосно объявить следующего гостя. Да, сейчас давайте. На эту сцену выйдет Дон Жуан. Я бы даже сказал, Евгений Онегин. Да. Эскамильо и Эней в одном лице. Наш земляк и потомок Ольги Кобылянской. Итак, дамы и господа, для вас поет знаменитый оперный исполнитель, покоривший сцены Милана, Парижа, Страсбурга, Берлина и многих других городов. Встречайте, Константин Риттель-Кобылянский! Завстречайте! Еще ваши овации. Костянтин Риттель-Кобылянский, браво!